Добровольная пожарная команда Кубани и Ассоциация ветеранов МВД объединились. Теперь и работать будут в одном помещении, и вместе проводить профилактическую работу среди населения. Кстати, и ремонт в помещении делали сообща. В составе новой большой команды обязанности каждого строго определены. Почетными грамотами и медалями наградили тех, кто внес большой личный вклад в развитие Краснодарской краевой организации. Я просто принимал активный вклад в участие организации этой, вклад организации этих вот объединений. То есть вносил личный вклад в это объединение. Юных волонтеров добровольной пожарной охраны тоже отметили. Антон Мазин, самый маленький из добровольцев, работу пожарных знает. Проводит с папой инструктажи для школьников, профилактические беседы, раздает памятки, чтобы все знали правила пожарной безопасности. Антона наградили значком волонтера и вручили членский билет. Я с папой ездил. А чем вы занимались? Тушили пожар. Я хочу быть пожарником. Награжденных поздравили представители администрации города, сотрудники отдела МВД по городу Анапа, представители общественных организаций, жители и гости Приморского сельского округа. Ветераны органа внутренних дел и внутренних войск и сегодня продолжают работать. Они проводят профилактические беседы среди несовершеннолетних и занимаются с молодыми сотрудниками полиции, передавая им свой опыт и знания.